С начала текущего года на территории Кызылжарского района произошло 75 пожаров. Если сравнивать с показателями прошлого года, их количество уменьшилось на 8%. Это стало возможно благодаря плановым мероприятиям Департамента по чрезвычайным ситуациям. Подробности в нашем следующем материале. Сотрудники оказывают поддержку представителям социально уязвимых слоев населения, ремонтируют отопительные печи и электропроводку. Сегодня они посетили Раису Белову. Пенсионерка не в состоянии самостоятельно восстановить печь. Спасатели оказали женщине помощь, заменили притопочный лист и устранили трещины. Также не забыли о самом главном – установке датчика угарного газа. С начала отопительного периода сотрудники отдела совместно с местными исполнительными органами проводится работа по установке притопочных листов, замене электропроводки, установки датчиков угарного газа. Сначала, то есть, мы уже установили более 20 притопочных листов, заменили в 30 домах электрооборудование, проводку. То есть, данная работа продолжается на ежедневной основе. Такая же ситуация сложилась у Елены Андрющенко. В ее квартире живет две большие семьи. В общей сложности 9 человек. Дом не подведен к центральному отоплению. Печь пришла в негодность. Сотрудники также помогли женщине. Лет 25 печка стоит. К нам обращалась ДЧС, подошла, проблемы были. Они помогли нам, что мы заварили печку, то, что она у меня разваливалась. И все недочеты устранили, потому что дети все-таки в доме как без этого. Ну, это так постоянно молодые люди ходят, я их знаю уже почти по именам, что они оказывают нам, поставили противопожарную сигнализацию, чтобы если угарный газ будет, что оно срабатывает. Основная причина пожаров – несоблюдение правил безопасности. Сотрудники отмечают, что люди часто курят в постели. Отапливая дом, используют легковоспламеняющиеся горючие смеси. К тому же не следят за состоянием домашней печи. Все это приводит к трагическим последствиям. Всего планируется оказать помощь 268 семьям. Тамерлан Тлеубаев, Юрий Искаков, Служба новостей.